Я живу в американской высотке на 81-й улице на 11-м этаже. Меня зовут Томас, и я фанат Real Monreal Style. Мне 27 лет. Ну, 29, но выгляжу моложе. Я верю в заботу о себе, полезную диету и занятия спортом. Утром, если мое лицо слегка опухшее после ночного чтения статей по стилю, я прикладываю холодную маску, пока упражняюсь в завязке галстука. Я знаю сотни способов. В душе я пользуюсь лосьонами из экстрактов фруктов, также австралийским скрабом из морской соли. А для лица я использую скраб из бамбука. Затем я наношу натуральный дезодорант с морским ароматом, с ним я ощущаю себя свободным и мощным, как океан. Перед бритьем я использую масло жожоба, а крем для бритья из белых чайных листьев. Затем я наношу лосьон после бритья без содержания спирта, потому что алкоголь сушит кожу, и вы выглядите старым. После бритья я практикую сильные позы перед зеркалом, чтобы повысить свою уверенность и выработку тестостерона. Когда моя уверенность доходит до пиковых уровней, я прикладываю маску для омоложения. Я ее держу 10 минут, пока делаю другие дела по списку. Мне нравится прокачивать свои навыки стиля, просматривая лучших экспертов по стилю в YouTube. Я чищу свои зубы электрощеткой. Затем полоскаю рот раствором, потому что нет ничего хуже воспаленных десен. Написание комментариев требует реакции и быстрых пальцев, как у пилота. Поэтому я всегда стригу свои ногти стальными кусачками и стеклянной пилкой. Я пользуюсь кремом для лица. Затем использую омолаживающий бальзам вокруг глаз. Затем защитная увлажняющая сыворотка. Есть что-то непреодолимое в идее быть фанатом Real Monreal Style. Но меня как такового нет, это лишь лицо, что-то иллюзорное. Хоть я и могу прятать свой холодный взгляд за экраном, а вы можете читать мои комментарии под видео Антонио, но меня в этом мире нет. Если вы хотите почувствовать и сравнить наши стили жизни, тогда вы можете попробовать Vitamin – косметику для мужчин из натуральных ингредиентов.